Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1451. События дня. Евангелие от Матфея, 22-29. Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией». За 3 декабря 2019 года. Вот это обращение за помощью. Откликнется, может, Господь даст. Нужен серьезный комбайн новый. Это труженик сельского хозяйства. И уже земля есть все, а купить это невозможно. Многомиллионные. Ну и вот про Игоря Барабаша 4 ролика. Затормозите, можно посмотреть. Читать нужно, что тут написано. Между собой переписка. Вот считайте. Ну, день с чем выдался. Пошел я вчера, это уже на следующий день, отчет за прошлый день. Сегодня это уже 4 декабря. Где это работает? Горизонтальное бурение. Они далеко ушли. Ушли уже, может быть, метров за 300. Да нет, больше. Я все там заснял вчера и выставил. Сильная машина придумана. Видно, что человек работал с головой на деле. Испытывал. Наконец, надо было запустить в дело. Это большое дело. Ну, а остальное то, что в интернете вопросы-ответы. Володя все в погребе там копался. Утеплял. В углу оказалось мокро много, там уходит с улицы, вода подтекала, не знали ничего про это около крыльца. Ну, а остальное, что тут каждый день, похоже, кормлю тут воробьев, кормить надо, жуланов. Жулан, это большая синица называют научно. Голуби чужие подлетают тоже, кошек покормить. Тоже время-то уходит. Ну и 7-кратно в день на молитве быть. Ответы давать, это не просто. И на этом все. Других никаких изменений как будто не было. Господь милует. Тут канун праздника введения Богородицы во храм.
кто-то работает над зачтением вопросов и ответов с сайта. Все.